До 17, это что получается? Нихуя, это еще 2 часа, что ли, блядь? Раз Охуеть. сейчас прямо сбегаем, и все, он всего. 2 часа его идет. Проверка. Нахуй, все готовы. В начале, когда босс еще не спулился, бьются только глыбы вот эти. Вот. Поехали. Иди пуляй, хуярим. Сначала глыбы, потом босс. Как только глыбы умирают, уже босса бьем. Потому что они дают нам бафы. И постоянно двигаться. Либо прыгать, либо двигаться. Все, теперь в босса ебаного играем. Молнию разносим по рейду. В луч встаем, там хоста дается. На костерок встаем, там стаки трескучего мороза не стакаются. С хуйни выходим. Диспелю. Диспелишь. Диспелим. Всю хуйню. Давайте Геру. Охуенно порода. Вышли. Сука ебаная, блядь. Кинул на луч, блядь, прям. Вы чё вот это странно настолько? Ах ты, сука, блядь, словили. Осторожно очень. Стараемся не ловить. Все, хуярим. И будут дуновения, мы просто сдохнем. Если сдохнем, то значит пиздец. Значит мы нубы. Уходим с мороза ебаного. Значит, слушай, сначала отошли. Упали большие суробы, заходим. Заходим. И сейчас бьем все в метке. В метке, сначала в метке. Быстрее разбиваем их. Потому что они нам бафы эти дадут. Если их не будет, они заморозятся, они бафы нам не дадут. Хуярим ебаного босса. Заебал, блядь, ебаная хуйня. С больших выходим и заходим. Тупо в босса метки уже не бьем, в босса в глыбы эти в лучи встаем, стараемся, чтобы хоста была. И добиваем, стараемся. О, дуновение. Быстро массовый захил. Все прожимки. Гимн на ХП отдаю. Блядь. Пробуем добить как можем. Зута этот самый бабл нажимай. Пробуем добить, может получится. Бабл нажимай просто. Тучку ушел. Давай, на коляске нахуй. Немножко еще дамажить осталось. Все, а все нахуй, разъебали как. Вот так вот, извините. Пидора этого. Вкатали нахуй. Ну ебать, посох паролем нахуй, че, блять. В хэме что ли, ебаный? Да. Ебать, хэмы сильные. Оказывается, нахуй. Вот это надо кому? Варов ебать, нету, помогали, шаманов топово, нету. Да. Хант, тебе надо это говно? А хули я спрашиваю, ты один хант. На третий спех. У тебя будет 5 теперь, блять. Меткость вот эта ебаная надо кому-то? Дух меткость. Обоссанная голова. Да. Кому там? Да, по делу. Забираем. Так, посох ебаный. В смысле, охуенный? Не. Хуйня. Да, наконец-то нахуй. Хоть что-то. Просто топ, блядь. Параша просто. А я такой. Чисто фаермак сказал. Я такой на совух. Ой, блядь, на эрдру хочу. Все это никак не падает. Скорость, ловкость, сила атаки. Это что? Это рога, блядь, хант, не знаю, кто-то из них. Надо? Накидка. Ой, да, плащ. Да ладно. У всех есть. Ладин даю. На кота. И защитник. О, нихуя. У тебя теперь 6 кусков. Какой молодец. Ебать. Пидоры ебаные. Нахуй. Они бы хоть лут подкрутили. Чтобы этот... Кто он? Когда ты убиваешь босса, чтобы было... Типа один человеку... Одному токен в рейде нужен. И падает 2 токена на него. Нахуй. Сука, как так вообще? Пошли
к Фрее портанемся через завалившуюся. Этого пидора запустим. Куда он съебался, секунд? Так, что у меня там? Ну, перекур сделаем. Перекур? Перекур? Да. Давайте. 10 минут перекур. Попробовал в геле или хуй на руль? Куда ты пошел? Оранжевые жизни. Так, даю перекур. Идите, все чай пейте. Там, бреак. 10. Блядь, ебать, я в магазин, пацаны. Он уже все хуёво, да? Вряд ли на убьёт. Это охуенно. Так, а куда мы идем? Я забыл. Фрей, да? Так, морали только нет. Печально, конечно, вот это все, ребята, из-за шмота вся эта хуйня. ПГП это ебаная, блять, консул. Я, конечно, такого дохуя видел. Вот когда. Чё? А? Что случилось? Про что вообще говоришь? А, тебя не было, когда мы вчера или позавчера эта хуйня была в 25-ке? А, я вот насчет запов, да? Ну. Я такого дохуя видел. Я и сам, блядь, ошибался, и тоже отдавал там не тому, кого-то кидал, блядь. Так, Слава, понимаешь, что проблема не в том, что отдал, не отдал. Человеку сказали, блядь, что это идет нахуй туда, да, а, блядь, он один хуй, блядь, зачарил их, и все нахуй, ну. Тут видишь, в чем проблема, блядь? Да, ну, что-то да. Погнали. Пошли. Банишь цветочек, лог, вперед пробегай, цветочек бань, мелких хуярим, потом цветок захуярим. Да, ну, блядь, хуёвый поступок, конечно, я даже не знаю, ну... Может, он задумался, может, я хуй знаю, ну, блядь. Да нет, это просто глаза, нахуй, замозолились, блядь, от шмотки. Я, да, наверное, ну, что-то такое. Просто, знаешь, вот я всегда позицию какую беру. Если человек не показал полностью всем своим видом, что он вообще говно, блядь, вот как есть, например, блядь, тоже тут, знаешь, так однозначно нельзя сказать. Вот есть, например, люди, вот, даже на данном серде играют, с которыми я с циркуля еще играл. Вот, и он, значит... Хранителя главное это вернуть. Давайте, ебаши. Гроза будет там. Сова, не давай грозу. Гроза будет, с нее выйти надо будет. Она ваншотит нас. Вот, есть люди, которые, знаешь, идут в рейд, и типа их шмотка не падает, или, допустим, слота нету в рейд. Они, короче, офаются, понимаешь? И вот он у меня в гильдии был, он офнулся. И зашел на твинка и пошел в РЛК, блять. Я его сразу с гильдии кикнул. Как бы я все могу понять, блядь. Разные там, блядь. Работа, учеба, там, всю хуйню. Но, блядь. Людей, которые реально, блядь, играют, нормальные такие, адекватные, их очень мало. Я никогда не хочу, блядь, сразу, ну, я много раз посмотрю, проверю человека, подумаю, блядь, что он из себя представляет, блядь. Вот если ArtStyle, скажем, уступит какую-то шмотку, блядь, он не рвет там глотку за нее, нет, он может успеть. Давай зеленого пидора убиваем вот это. Подожди, сейчас резнут, не пуляй. Сейчас резнут тело. Беги к нам, кто там, какой молодец. Даю пистобав, кто вы сдохли. Сейчас маму еще немножко. Тучкой резну. Просто
со стороны выглядело, как будто он своего греха на приоритете. Да, но тоже, знаешь, срез. Я не могу сказать конкретно, что он прям вообще говно, типа, но это одна ситуация, которую я видел. Ошибку же признал просто. Да. Там, может, он думал. Давай, это, давай пуляй. Просто, ну хуёво получилось, да, блять. Хуёво получилось. Это, понимаешь, это ответственность, вот именно вот эта хуйня, вот эта вся негатив, вот этот вся. Вот вы, стоп-каст, вы думаете все про него хуёво, вот про эйфорину, что он кричал. Это хуёво, да, это хуёво, вот конкретно. Я могу сказать, потому что я видел РЛов, стоп-каст, РЛов, которые лучше в 100 раз, чем все РЛы тут на сервере. Вот реально, вот чтобы вы понимали, есть видео с 17 года у меня. Вот любое то видео включайте, там вот Варенька есть, РЛ. Ебать, ты идешь, он спокойным голосом все релит, блядь, идешь, все убиваешь. Но, опять же, тут надо взять на заметку, что люди, которые в рейде, они не нубы какие-то ебучие, их не надо ничему было учить, они все делали идеально. Единственное, что он говорил, когда кого резкнуть, когда Геру дать стоп-каз. И все. У вас тоже, получается, гильда здесь была еще с 2012 года, мы держали потихоньку, где-то там играли. И здесь мы, получается, играли, то что народу не хватало, он просто взял гильдию, распустил, дискорд удалил. Кто-кто? Это какая гильдия? Проджекты. Проджект. Это где? Какая где? Она была, короче, на этом... Протокил, короче. Не пулять, не пулять, там Фрейя стоит. Куда вы лезете, Олег? Прибывал. Идите, отойдите на в сторону. Сюда, в угол прижимаем. Забанишь? Часына отойдет, забанишь и цветочков ждем подальше от большого. Давай, бань. Просто, получается, вступили в другую гильдию, в Йоло, и они там просто начали, типа, наши-ваши делить. Угу. Ну, не одна гильдия, типа, а две гильдии. Типа, вот я своим отдам, я их знаю, я их буду одевать. Такая хуйня там началась, просто все поливали. Но... Это где было, ты мне объясни, на каком сервере? Да это вот здесь на сервере было недавно, вот гильдия, то что я пришел к вам. Такого дохуя просто... тоже. Первое время вообще желания просто не было играть, блядь. Срез конкретно поступил неправильно, блядь, сильно очень. Он запы сролил 239, при этом он, блядь, забросил вара, до этого сролил нахуй триню на танка, блядь, который я уже какой КД не могу. Ну, нахуй, подожди, подожди. Тут я поправочку решил трини. Он ее с тобой в рейде сролил? Да. А, ну тогда да, тогда хуево, вот реально хуево. Ну, давайте начнем с того, что многие так делают. Они берут в твинков, потом твинки стоят мейнами. Кирюха, когда начал играть рогой, мы ходили нахуй те же 25-ки, 10-ки, он первое время спрашивал, тебе надо или нет, если надо, он отдавал. Надо было просто, блядь, целовки дать. Потому ну, что... типа вот Кирюха, да, он сначала играл логом, но... потом перешел на рогу, но... сейчас варом. Я к нему претензий не имею, но вообще факт остается фактом, потому что он адаптируется под рейд. То есть он видит, что нет такого класса, значит надо такой класс. Так же самое и срез. Он видит, что танков ну, много. Он взял свара, перешел на шамана, потому что шаманов не было. Арчи ушел бы на и все, и шамана просто не было. Да, вот знаешь, за то, что вот срез, скажем, стал шаманом хилить. Ну, у человека приор тем более выше был нахуй в этом случае. Да, надо было Адамиру отдать. Ну опять же, блядь, гроза, ёбаная ребята, гроза, блядь, нахуй. Пятером в ней из ней стоите. Бегите нахуй. Блядь, надеюсь, мы тут выживем. Кто там зуб-то сдох, блядь, один хилишь, Элада. Хуярь. Танка не урони, самое главное, на остальных похуй. Бежим остальные хули, пока мы тут живем. Хуево, постараюсь сбить касс, если есть чем. Хотя похуй. Захуярить. Ебать, когда мне мышка придет, сука? У меня столько на мышку забиндено, я ебу нахуй. Не могу нахуй так. У меня на мышку только одна кнопка и все. Я таких не, вот, знаешь... У меня раз, два, вот, 4, вот таких вот кнопок.
ссор, блядь, из-за шмоток, вот таких вот всяких моментов дохуя видел. Ну вот сколько, с 2009 года, блядь, я сколько, дохуя, понимаешь, люди постоянно срутся, блядь. Но все самое хорошее, понимаешь, вот когда люди собираются, взять ГКВП, почему гильдия топовая? Потому что в ней сидят РЛов штук 5-6. Который full контент знает, который знает, что сказать, и который строго охуенно держит рейд. То есть он сказал, ты сделал. Если ты не сделал, ты пошел нахуй. Все. Сейчас ману отопьем и будем это пулять. Ну как бы вот в чем фишка, Гавайи как раз такой же самый. Что мне нравится в Гавайи, это что он вечно кричит и обсирает тех, кто вечно слакает. Мне не важно, там, знакомый, незнакомый. Я помню тоже, я заслак, он начал на меня орать. Ну так правильно, блядь, конечно, да всегда так. Я за это, то есть, не важно кто, но если заслак, значит, должен получить морально. Да, ну морально это еще одно, но важно еще, когда вот исправить это, понимаешь? Вот когда у Рэла получается исправить. Ну, блядь, Женька же исправили. Ну да. Женек вообще по КД нахуй на каждом боссе лежал, как ну, я сейчас. Гуляй там по готовности. Там будет на танка дебаф вешаться. Так что хапал, спаем свет небес, не вспышку ебаную. И символ поменяй потом, блять, на стоимость света небес, будет заебись. А это нормально, блять, в каждой гильдии такое присутствует. Что присутствует? Скандалы в гильдии. А-а-а. Не в каждой. Скандалы, интриги, расследования. Вот я в ГГВП пошел. Сколько я там, блядь, на прошлом КД я с собой пошел во второй рейд. Хэпалом я еще в вашей гильдии был. Я пошел, еще будучи в гильдии. Ну, типа, я говорю, я посмотрю, типа там в рейде там нужен хэпал. Им нужен был хэпал. Я пошел. Никаких скандалов, ничего нету, нахуй. Понимаешь? Вообще. А слова совсем нету. Потому что консул. И там такое правило, если вот заходишь в диск, когда в гильдию вступать, там написано все. Ну там, не знаю, правил 5 там написано, читать там минуту, блядь. И там написано, если, ну, в рейде консул лут. Лут распределяет один человек. Если вы задаете вопрос про лут, тикаетесь с гильдии, нахуй. Все, пиздец. Там написано, типа, если вы пришли, это не значит, что вы сразу засыпетесь шмотом, нахуй. Это вообще не значит этого. А если вы проходили 3-4 КД и охуенно отыгрываете, пьете поты, эликсиры у вас всегда есть, блять, бафы даете, команды исполнять, ну, соответственно, обычный рейдер, то вы будете получать шмот со 100% вероятностью. Всегда. Бань большого. Вот так и получается. Я и то там шмот начал лутать, то есть я там первый раз нахуй начал лутать, ну, потому что не нужен был никому. Отойдите. Смотри, Лок, посматривай на него, он может из бана выйти самостоятельно. Я всегда, когда первый раз в рейд попал, блядь, тоже что-то захотел слизнуть. Потом как-то вроде более-менее... Где попал? Валился коллектив, блядь. Ну, в этой гильдии. А-а-а. Блядь, там потому все... что, блядь, повышенное внимание, хуесосили то, что фаски нет, пиздец, короче. Это кто говорит? Кто говорит сейчас, он да. Говорит. Давай по делу, да? А. Да. Вот, ну, может, ты на Гавайи попал. Не, просто я... Сейчас был в гильдии, блядь, у нас забирался боешь на шмот, и фласки раздавались полностью, как бы. А, ты привык. Ну, так это как Биг Блофф, ебать, но пришел без всякой хуйни, короче. Чё нахуй, чё, блядь, меня ебашит, скажите, пожалуйста. Ну, не было этого, грозы, что-то меня другое. До этого другой, не гроза, да. Там яд повешается. Бегите сразу. Сразу бегите, не лежите. Блядь, дыхание на 13к какое-то ебало. Ну вот есть моб, защитник, вот этот дракон ебаный. Он если лицом в рейд, он дыхание по всем дает. Ну еще, вот меня разъебало нахуй. Еще клинок природы. Ну ты как бы видишь, смотришь, хп уменьшается, сразу глыбу ебашь. Если да, в КД... глыба в КД 2. Ну вы же вначале начинаете врываться, бьете всех подряд. Тут тоже да, надо он грамотно смотреть. Начнет Т4. Танк один, он должен это. Ну, сколько он там? Вот если он лужу кинул, это считай, у него уже одна ЛПшка. Кровоток нажмет, еще ЛПшка будет. Тут он два мала может железно держать, а остальные могут сорваться. Начнете АОЕшить, они сорвутся. Я почему не даю сушение? Я тоже сейчас сдохну. Давайте там слева эту же пачку разъебем. Сейчас надо ману отпить хотя бы, блядь, подождите.
подбегать сюда. Ну просто аккуратно играйте. Лучше выжить и убить нормально, понимаешь, чем вот так лайкать. Сейчас уже портанется. Подъезжай. Маги как тряпки ложатся, нахуй. Ну, хули, конечно, если ногу нахуй. Просто это от того, что когда ты вот играешь, да, ты не думаешь, что происходит. Тебе похуй, ты пришел расслабиться. А если ты посмотришь, что танк сначала агрона берет, секунд 15 ему дашь. Нет, просто да? Всякой хуйней убегаешь, блядь, это гроза тоже на сову похожа. Вот, как Биг Блов пришел без всякой хуйни, да, мог бы, блядь, в гильдию ребят спросить, я бы сделал ему камни вообще похуй, типа, ну. Угу. Там у меня, блядь, ОД, я могу любой камень ему захуярить, какой он хочет, нахуй, просто бесплатно, блядь. Люди стесняются, то ли спрашивать, то ли чё, блядь. Но у меня время от времени кто-то с гильдии просит лично камни сделать. Вообще, ну, попросил. Даже нету конкретного камня, похуй, я потрачу голоса, я ему сделаю этот камень, ну, будет у меня этот камень, да. А как ты голоса тратишь? В смысле, на ювелиры значки, да? Ну, на этот ювелирные эти значки, ну, блядь, чтобы рецепт. Ну, 4 голоса. Похуй, типа. Это не проблема все, видишь, сделать. Да, просто... Мне не тяжело. Если люди... Так показывают... Я ему пряжку надо заебить. Если они хотят рейд ходить, они будут делать. Что могу, вот я лично. Бань большого я сейчас этих. Если человек относится похуистически, нахуй, он... Это видно. А если человек делает, блядь, эти... Как они называются, там, блядь? Чарки, всю эту хуйню. Ебать, купил Несквик, короче, какой-то, ну, обычный Несквик, желтый такой, и молока купил, смешиваю, блять, я, короче, Несквик люблю на работу брать, я на молочке работаю на заводе, на молока рекой, на, нихуя, охуенно, блядь. А кем там, что делаешь на заводе? Оператор, бутылки дую, да. Дима, уровень профессионал, могу жопой, могу ртом, нахуй. На линии, говоришь, работаешь? На? На корове. Прикинь, доярка стоит, хуярик, нахуй. Да. Это такая фишка есть, когда молока не хватает на заводе, нахуй. Ну, типа, блядь, ну чё, пошли баб ебать, нахуй, чё, не свои. На заводе, нахуй, молоко. Ну, давай туда. А там есть бабы, да, у вас много баб? Да там дохуище их ебать. Тихо, там жены у тебя рядом нету? Да, блядь, нету, вот именно была бы, я так не говорил. Хорошо, хуярим этого пидора фиолетового. Ты там, походу, когда это, поскучаешь, там, нахуй, подойдешь где-то, да, кого-то приобнишь, да. Случай, выходим. Самое главное, вот он появился в мелизоне, сразу отводим. Блядь, ну... Не покидайте тело, по-моему, нет, не зайдет, я не помню. Это не босс, это... Ну хуй, я в солнечной вспышке умер, нахуй, у меня не было вспышки, блядь. Там, по-моему, не пускает, ОД проебете. Не пускает, лучше не покидайте. Блядь, захиливаемся хорошенько, глыбы прожимайте, потому что сейчас хуй вас кто спасет. О, все, пизда, нахуй. Это знаете от чего? От того, что хэпал сердру не готовы эту хуйню прохиливать. Ты пал в лай, блядь. Зул-то ты тут, Лиси? Я не в курсе вообще, ебать, чё за чё, нахуй, блядь. Я тебе ещё раз повторяю. Рейдинг, второй раз, блядь, я здесь, нахуй, не был. Всё понятно. Да ничего страшного, научишься. Просто тупо банально можно сказать хотя бы, вкратце, я пойму, чё, нахуй. Вкратце, большой дамаг. Это надо кастовать свет небес. Частица на танке и хуяришь свет небес по КД. Ты видишь, пол ХП стычки проносит. Это значит, надо кастовать. Тут даже без всяких кратцев, без всякой хуйни. Это просто надо сообразить. Ты это не сообразил, упал весь рейд, понимаешь? Все сейчас от тебя зависело. Вот сейчас ты сдохший, сейчас хилы все сдохли. Просто ждем луча, все заходим. Сейчас вставайте в луч, подбегай сюда. Кто там, нечаянно, подбегай сюда. Не дрочись.
Сейчас еще раз, нахуй, это перевод. Самарал его в соло должен был разъебать, нахуй. Ну, да вот нифига не понимал, вот ты хуёвый, вот ты нихуя не знаешь. Не-не-не, ты не хуёвый. Не, тебе никто такого не говорил. Смотри, как я сказал, вот смотри. Ты не хуёвый человек, я не говорю про тебя как человека, а про то, что твой персонаж хэпал, проебал вала. То есть, ну, я обычно, знаешь, как это называют? Посмотрел в небо. Вот, понимаешь, происходит в секунду одна такая хуйня. У рейда пол хп сносит нахуй, 5 человек. Что ты делал в этот момент? Давай посмотрим. Эффективное исцеление. Давал башок, давал пустырь, он хуярил с сет небес. Теперь вот смотри, теперь смотри, вот послушай меня, пожалуйста. Я за все 10 классов играл и с 2009 года играю. Я тебе хуйни не скажу. Вот делай, как я тебе объясняю. И тогда ты будешь во всех рейдах нормальным пацаном. Тебе хуй кто когда что скажет, что ты хуёвый. И ты на себя на личный счет не принимай. Это твой персонаж хуету сделал. Вот смотри, смотрю частица света. Это все заебись, она висит на танке. Но вспышку света выкинь нахуй с панели. Потому что этот моб это не трэш, это мини-босс. Мини-босс. Ты даже в инс не можешь зайти призраком, потому что когда он сагренный, идет бой на весь инс. Вспышку, во-первых, выкинь, во-вторых, кастуешь свет небес. Запомни эту хуйню. Вот делай, как я тебе объясняю, прям точь в точь. Частица на танке висит. Свет небес кастанул раз, и у тебя вешается баф на увеличение скорости следующих светов небес. Ты видишь, 5 человек продамажило на пол хп нахуй. Как ты вспышками их никак не захилишь? Вообще никак. Никогда вспышка на этом ебучем мобе не хиль. Вот, чтоб ты понимал, это мини-босс, это не трэш, на котором можно там, блядь, автоатакой бить и не хилить нихуя, это мини-босс. Он дает луч, который продамаживает на 10 тысяч, блядь, если ты в нем стоишь, а 10 тысяч это пол хп, и дает моментальную вспышку вот эту, которая 5 целей продамаживает на пол хп. Эрдру один не захилит, поэтому мы сейчас сдохли. Сдохли чисто из-за того, что ты кастовал вспышку, поэтому кастуешь свет небес. Вот сейчас так ты будешь делать, и мы не упадем. А если ты будешь опять вспышку ебаную кастовать, мы сдохнем. В лучах, пожалуйста, не стойте. Сейчас, погодите, я сейчас вам дам баф. Сейчас дам баф. Я отобьюсь и начну. Сейчас себе еще. Не было лучей. Лучи? Да, лучи кидаются, по-моему, две штуки в случайные игрока. Просто с них отходим. РДД отходит, милики отходят, все. Если в мире компьютеры, то в мире стоят. Я пуляю. Да, пуляй. Давай, частица на танке. Свет небес кастани разок, чтобы следующий каст был быстрый. Сейчас смотри, пол хп сразу снесет. Просто смотри. Ты же хп рейда видишь? Реагируй. Никаких вспышек никогда не кастую на этом мобе. И на боссах никаких. Вот сейчас смотри. Сейчас он кинет такую хуйню. И че выходите? Видишь, сколько хп снялось? Вот эту хуйню, три цели продамажил. И сразу заебись стало. Ну, вспышку опять кастуешь, я смотрю, да? Выкинь вспышку. Кастуй свет. Если ты будешь делать, как ты хочешь, ну, типа, хороших рейдов не видать. Так, сейчас заебись, пока прохилим все. Вот, видишь, 5 человек, половина хп. В двух ты успеешь точно захилить. Самых просаженных берешь. Эрдру там буйником поднимает, конечно. Оверхил у тебя идет, но вспышка это вообще залупа. Чистая, блядь. Вот, когда ты хилишь, рейд живой. А когда ты вспышку кастуешь, мы сдохли. Чисто из-за того, что ты вспышку кастовал. Просто расслабленные были все. Короче, босс в изи-моде очень простой. Просто по ходу дела говорю, что делать, и все. Отпивайте ванну. Так, как мы с вами будем делать? А, у нас два мага. Хант. Да нормально сейчас будет, не переживай, это изи мод. Не, я Мимирона думаю там. Главное, чтобы Мимирона тоже. Чтоб хэпал на баражне не сдох. Эрудро есть уже хорошо. Да. Ну, кстати, тяжеловато будет. Давай. Босса сейчас никто не бьет. Для тех, кто не знает, нихуя. Тактику не знает. Держи босса примерно здесь. Чтобы елка не появлялась там где-то. Вот. Этих мобов убить одновременно. Дать время на агрить танку.
убить одновременно. Начинаем бить. Убить одновременно. Хуярим. Просто. Просто не сглотит. Дерево, дерево. Дерево, дар, нар, зеленый такой РПДшник. 10 тысяч хп, просто убиваем. И ауешим. Просто в тупую ауешим. Просто они разлетаются как хуйня одновременно и все. Все заебись. В хардмоде увеличится хп, урон босса на 25%. И этот добавляются все три способности вот этих древних, которые мы с вами убили. Это будет очень жестко. Стоп-каст там будет, вот эти лучи будут, и будет это корни дерево. Вот это дерево, если его не убить, под грибы теперь встаем, все под грибы. Если не встать под грибы, вы словите сало, не сможете ничего ни кастовать, ни таунтить. И дерево, фулл ДПС. Так, там мне дар, я отойду от вас, чтобы вас не дамажить. Как он называется? Гнев природы, блять. Запомните. Все, дерево ебаное убили. Сало, аура от дерева пропадает. Вот. Если что, в грибах можно стоять, там увеличивается, вот если вы наведете на грибок, увеличится ДПС на 25%. Но сейчас это ничего не даст, потому что на боссе стаки они отхилят босса. Босса никто не бьет, ману не тратьте, проки не тратьте. Сейчас выйдет третий вид мобов. Это 10 маленьких плеточников. Их убиваем по одному. Дерево все слили. Если их одновременно всех завлишить равномерно и стоять с ними в радиусе 15 метров, то они взорвутся. И каждый из них наносит по 3-4 тысячи урона от огня. Вот этих пидоров просто по одному захуяриваем. Они особо, они цель меняют постоянно, так что особо не пайтесь. Они вас не шотнут, миллиард. Они просто взрываются 3-4 тысячи от огня. Выбрали одного, убили, следующего выбрали, убили, и все, изи. То же самое в хэме, просто у них немножко больше хп, и они больше дамажат. Дерево, быстрее. Если этот дар Ионара не убить, он отхилит мобов на 30, что ли, процентов. Или на 50, от которых мы бьем, типа. Если это дерево, допустим, то это хуёво очень. Или если три моба, это очень хуёво. Он всех их отхилит, и босса тоже. Когда вырастет дерево. Поэтому его убивают. Так, что я босса начал бить, блядь. И сейчас еще три таких пачки выпадет. Даем время на агротанку. И... Главное, не забывайте сбивать. И хуярим. Просто ауешим. Касты, пожалуйста. Я не могу все касты сбивать сам. Касты рога может сбить и ДК. Дерево, дерево, слить дерево. Убиваем дерево и добиваем три моба одновременно. Вот это грозовой дух воды и захуяриваем. Быстрее по духу воды. Если они с разницей больше 12 будут умирать, они просто возродятся. Все. Сейчас кто там? Либо большой, либо мелкие. Они могут в случайном порядке быть. Три вида. Сначала три вида один раз и три вида другой раз. Могут в случайном порядке быть. Сейчас либо большой, либо мелкие будут. Большой. Под грибы. На кого гнев природы кинется? Дерево, дерево. Зеленую. Зеленую хуйню убиваем. Все, и дерево ебаное прям сухое. В зимоде легко, потому что тут как бы этот ДПС вот где в природе на меня кинулся, я просто от вас отошел. Под маленьким грибочком стойте, он это. Все, стопаем ДПС. Сейчас еще мелкие выйдут разок. И все. На боссе с последней стаки кончатся. И будем бегать. А, вы видите, речка такая, да? Сейчас здесь звездочку поставлю. Значит, позиция первая на этом берегу, позиция вторая на этом берегу. Все. Дерево слейте. Так, сейчас мы мелкие мобы.
Если есть возможность от большого скопления мобов, отбегайте. 1-2 моба с вами рядом взорвутся, они вас не шотнут. А если будете в куче стоять, касается РДДшника, вообще всех касается. И вы, типа, у них радиус 15 метров. Все, встали на этом берегу, на это дерево ебаное берем. И хуярим босса. Даем геру, блядь, которой нету. Какой нет? А это... Слава, я дал, отвечаю вам. Кого ты? Вот где этот луч, луч, если заметили, вот этот луч, он только в одного бьет, но все, кто рядом вокруг него на 15 метров, на 10, они получают тоже дамаг. То есть это для ХМа тоже критично, там дамага больше, там на ХМе по разряжению стоят. Видишь, мы-то сейчас хуй положили на это, но мы можем себе это позволить пока что. Все, этот, Изимот, она даже, наверное, зеленую хуйню не кинет. Когда скажу, побежим на тот берег. Он, наверное, не успеет. Где? Вот, отбежали на тот берег. Видите, зеленое говно она кинула под ноги каждому игроку. Когда это зеленое говно взорвется, она кинет сразу следующее зеленое говно еще под нас. Вот она уже кинула. Обратно перебежали на другой берег. И все, и босс умер. Не подходите к сундуку, там зеленое говно сначала взорвется. Вот теперь подходит. Сука, это прикольно так называешь вещи, нахуй. Зеленое говно. Так, блять, второй кусок у меня что ли будет? Ролик. Че, на мимика идем? Какое? Какой мимик? На Ториму. На Мирон. Да, давайте мимика. Блять. Можешь ролл кинуть? Так, ролл сейчас кину. 20. Так, Зулт, а у тебя есть куски вообще? Ну, он 25-ку не хочет, если себе нахуй заберу, да и все. Я хочу плечо 219 поставить, токена поставить, получается, печатки. Так, ты мне знаешь, что объяснил? У тебя Т8 вообще есть куски? Есть. Сколько? Хочу на замену. Сколько плечо у тебя? Поставить 219 отсюда. Не-не-не-не, подожди, сколько у тебя кусков? Бонус от скольки идет? Два. Ну, короче, я себе второй забираю. У меня один только есть. Ты в 25-ку, кстати, гильдейскую ходишь, Ульдой? Чё-то я не видел. У тебя 100 ИП там, блядь. В рейды ты не ходишь? Потому что я никогда не попадаю. Когда идет, у меня на работу. А у тебя какой график? 2-2 или как? Полтора, 2 месяца. Я последние месяца 3 на 1 хуярил. О, ебать. А чё, тебе так сильно денег надо много заработать? Не достат, потому что. Понятно. Блять, ну печально. Блять, я вижу, я... Два куска у тебя есть, поэтому ты, ну, ждёшь как бы, блять. Я, не... я себе возьму, потому что я 25-ку хожу, там, блять, надо ДПСить, блять. Наверное, стандартная история, директор долбоёб всех разогнал, да? Да, кстати, такое везде вообще, нахуй. Вот у нас тоже, блять. Да в каком городе не глянь, везде такая хуйня. Я хуй знаю, где такого нету, блядь. Искра воображения, нижний самый портал. Да на ваше место, там ебать очередь. И месяц, сука, хуй найдешь. Ага, блядь. Пиздят на. Короче, Мимирон очень простой босс. То, получается, Зута не было, Дамир знает. Все остальные, по-моему, знают, да? Пули. Смотри, у тебя тут это... Значит, по напряженности боя. Первая фаза хуйня, все стоят в РНЖ 10 метров. Если вы будете нарушать рейндж, то этот анимация такая, огонек, который с босса с пушки вылетает в игрока, он будет на двух кидаться, если вы будете нарушать. Значит, эта хуйня прохиливается очень легко. Пару покрытий, если там омоложение кидаешь и одно покрытие, и он захиливается. Этот мораль знает там, когда прожиматься на плазме. Так, вокруг, на первом фазе обязательно, Зута, посмотри глазами, вот этот танк, который стоит, он вокруг себя будет раскидывать мины. Очень внимательно посмотри на модельку, мины будут лежать на полу вокруг. Они не зависят от того, что это вот именно вокруг в центре будет, они зависят от того, где стоит вот этот утюг сам. Они вокруг него откидываются, они будут на последней фазе. Тебе это надо увидеть и никогда в них не наступать. Это очень важно. Вот, они будут исчезать перед второй фазой. На второй фазе самый напряженный будет для вас бой. Эллада с хэпалом. Если вы не захилите, придется нечаянно спекнуть, потому что по-другому тут хуй убьем.
будет по всему рейду вешаться на 4 секунды дебаф. Каждый, там 16 тысяч дамага. То есть раз в секунду по 4 тысячи. Он не резистится фаер-резистом. И еще будет это туловище бить, это стрелять в игроков, короче. То есть очень большой дамаг будет по рейду идти. Прям как только вот это туловище вылезет, Эллада, начинаешь сразу по всем 10 хуяришь. Омоложение, никаких восстановлений нахуй. Это омоложение, буйный рост по КД, сразу прям всю эту хуйню. Под боссом стоят все, кроме двух магов и ханта. Вы стоите втроем на рынже. На магов и хантов особое внимание, Эллада. Их не проебать, потому что если мы проебем топовый ДПС. Их не проебать. Зута, частицу ебанешь, на себя ебани. Или, ну да, на себя ебани, и хиль в приоритете через мага, через магов и ханта. То есть и светом небес, никаких вспышек. Вот. Или знаешь как, частицу ебани на ханта, да, или кто там топ ДПС. На давай по делу ебанешь частицу, и хиль по себе. И через раз по ханту и по магу. Вот. А какой молодец и нон-спид, по ним ходки Эллада в приоритете. Прям смотри за ними. Остальные все в мелизоне стоят, они от буйника будут жить. Вот эту фазу вы захилите, и тогда вы убьете босса. Это самая сложная фаза по хилу будет. Прям не жалейте никаких КД. Если что, нечаянно ебанешь сразу спокойствие. Когда будет лазерный обстрел на боссе, на мышь, когда ведете, будет подготовка 3 секунды или 5 секунд каст. Он повернется руками, у него две руки такие. И в ту сторону, в которую смотрят эти руки, будет лазерный обстрел. Зуд от тебя касается. Забежать за спину. Обстрел идет по часовой стрелке. Еще у нас очень много информации, блядь, в секунду. Значит, пуляем. Пуляй. Значит, пуляй. А нехуй это объяснять, я знаю такую тему. Это надо смотреть. Хули я буду распинаться. Если память плохая, ну, если на голос сложно запомнить, то, ну, потому что, видишь, просто сейчас этого пидора бьем. Вот и вся тактика. Вот этого пидора бьем. Я тебе буду по ходу дела говорить, что делать. Вайпанешься, ничего себе. Вот мы словили вдвоем дебаф, кинули себя щиток, захили второго. Сейчас мы уже в РНЖ стоим, уже нормально будет. Скоро кинет мины, осторожно, сова. Внимательно смотрим. Шоковые отбежали, рога тога, там все не знают, что делать. Так, дети мины ебаные, скоро будут, да? Вот одного человека захиливаем. Сейчас уже он сдохнет нахуй, хп тут нет нихуя. Блять, мины надо, чтоб ты увидел. Нет, он нет сегодня. Захиливаем одно тело. А, они лежат уже, да? Вон они, мины лежат. Видишь, на полу серые такие кругляшки. Все, вот это самое важное. Ты их должен на четвертой фазе не проебать, по ним не побежать. Все, заебись, видишь, да? Вот, допустим, я такой подбегаю. Оп, видишь, пол хп нету. Это очень опасно, блядь. Вот. Сейчас будет самая напряженная фаза. Сейчас мины взорвутся. На рейнже только два мага и только хант стоят. В трех разных сторонах. По трем секторам или по трем полоскам разберитесь. Остальные все в центр для масс-захила. Остальные все в центр. На себя звезду поставлю, будем бегать за звездой. Это будет показываться, где спина. Спина, где две ракеты. С красных веток на полу ханты маги знают выходить. Не проебите эту хуйню. Вот. И особое внимание. У вас есть блинк и есть отпрыжка. Поэтому не обязательно бежать ко мне звезду, а против часовой блинкануться. Хуярим. Омоложение уже висит на рейде. Уже хуярь. Буйный рост сразу в КД вешай. Пока буйник в КД, хуяришь омоложение на тех, на кого нет омоложения. Побурстим этого пидора. Видишь, жестко. Кидаю щиток на нон-спида. Вот это прям... Прям все отдавайте, старайтесь. Дубовую кожу прожимай, сова прожимай. Маги, видите, вас не захилю, сразу глыбу нахуй. Готовимся, скоро обстрел. Нон-спида не проебать. Будет обстрел прям за спину. Вот, звездочку зашли быстрее за спину. Две ракеты. Блинканулись. Вот, никто не сдох. Красавчики, двигаемся, звездочки. Все, охуенно. Теперь просто АУЕшку захиливаем. И все, после этой хуйни. Сейчас вот закончилось. Просто добиваем этого уебка. И все, больше он ничего не делает. Щиток на нон-спида. Чтоб не сдох, блядь, от спида. Выходи с красной хуйни, отлично. Все, теперь, значит... Этот самый мораль
Блять. Так, да я что-то думаю, блять. Нечаянно, тайфун есть? Быстренько. Сука, хуёво. Ладно, на Читаковы смотри по бомбе. С головы будет... А хотя знаешь как? Мораль, стой под головой ровно. И этого просто таунти. А в голову кидай ЛПшки, чтобы он РДДшников не бил. ЛПшки хуяри в него попадя. Чтобы не бил. Видишь, Ладу сейчас захуярит. ЛПшки, ЛПшки. И стой под головой ровно, чтобы на тебя он падал, и ты его взорвешь с собой. Вот. Отлично, отлично. Вот это другое дело. Вот это заебись. И нам не надо ебаться. ДПС терять. Просто голову хуярим. Значит, на нижнюю хуйню, там на трэш не обращай внимания. ЛПшки просто хуярь по КД в голову. Голова, эта бомба выпадет. Ее просто об себя взрываешь. И все, таунти же взрываешь там. А мы хуярим голову спокойно. Все, бомба, она взорвется. Так. Все, он уже почти сдох. Значит, самое главное, что на последней фазе надо знать. Это... три части босса соберутся в одного. Ой. Блять. Этот. Лада, ресы. Вставай. Ты фул ДПС по трэшу. Фул ДПС по трэшу, ешь. Значит, смотрите, ребята, надо убить одновременно. Если 12 секунд пройдет, какая-то часть мертвая простоит, она восстановится на 50%. Имейте в виду. Под боссом все те же, два мага и хант на этом, на рынже. Все, на три части раскидываем доты. И просто фул ДПС. Бить можно снизу рогатога и вверх, и низ. С красных меток выходим. Первый будет обстрел, готовимся. Обстрел, это значит за спину. Блин, конетесь там, мы в звездочку забежим. Голову хлопните. За спину, в звездочку, быстрее, 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 быстрее. Обстрел пошел. Он спит по мины пошел, ничего, полежит пока. Сейчас после обстрела резним. Будет еще шоковый. Бейте ту часть, у которой больше хп. Бейте ту часть, у которой больше хп. Если обосретесь... Низ бейте, пожалуйста, низ. Вверх не бейте, пока месте. Смотрите, сейчас надо будет отбежать. Все, подбивайте вверх. Вверх РДД. Отбежать, мельчуши. Из-под босса отошли. Последний БР в кого-нибудь отдавай на шару. И просто добиваем. Ну, в РДД в голову больше дайте. Голову бейте, голову бейте. Фул прожимки там отдавай, потому что хилы, по-моему, хилов нету. Стоп по телу, по голове. Голову бейте, все в голову врежь. Беги, малышка, беги. Давайте за спину. Сильнее в голову. Голову, голову быстрее, голову. Вниз 2%. Быстрее. Тело. Ой, низ. Быстрее добейте. Да. Вот чтобы вы понимали, что происходит, когда вот такая вот хуйня. Во-первых, вы стоите под низом. Я вам не сказал, но вы как бы это сейчас поняли, да, блять? Когда этот пидор собирается, нижняя хуйня кастует после обстрела шоковый, а шоковый радиус 15 метров. Надо выйти из-под низа. Можем на ренже стоять, но тогда на бараже будет сложнее вам. Потому что у магов, у ханта у него отпрыжка, блинк есть. А вы можете там заслакать нахуй и сдохнуть в том же обстреле лазерном. Все то же самое. Я могу за лока поставить метку просто под него и все. И туда ТПшится под обстрел. Да я знаю, что ты можешь. Там, блядь, три человека нужен на рейнже. Можешь? Капец, вот можешь? Херня осталась, 44 кхп, и вы как-то слабо вообще лупили. Ну просто обновили. Да, ЛТшников нет. Да, там, блядь. Короче, я такое 100 раз видел, блядь. Я вообще долбоёб побежал нахуя-то по часовой, блядь, хотя знаю, что, сука, надо бежать против. Просто блинк против, хуяришь и все. Вот он на тебя, если повернул, если ты видишь, что до тебя там еще по градусам вот этим смотри. Он 1/3 просто примерно проходит. Нет. Просто запомни, блинкаешься в левую сторону. Американских, сука, фильмов насмотрелся. Чуть-чуть в правую сторону.
Да просто вперед, блин, кэш отниму и все. Почему я без фласки, нахуй? Ебай. Так, пристабав. Сука, пристабав кончился. Есть у кого-то дживс? Надеюсь. Нету? Нету? Ты можешь отразить пить начальное место. Сука, бля. Че, не купил начальное место, да? Нет. Да что-то, блядь, с такими вайпами, знаешь, столько раз нажимаешь, пристабав, блядь. Пойду куплю. Короче, вы все поняли. Вот реально, если вы часть одну добили, ну это из-за того, что сдохли. Если были бы живы, там каким-то ОЕшкой, как бы 4000 всего лишь оставалось участие, блядь. Надо было добить. Ну, блядь, обосрались, блядь. Все то же самое, вроде захиливать, вроде все можете. Вот только у нас проблема с танком теперь, блядь, будет на этом. Так, а какая там свеча нужна, блядь, благочестие? Где она, блядь? Свеча благочестия, да. Дело в том, что... У нас... Чего? У нас на Тариме может быть проблема. Нам танк нужен и на арене, и на отходе. Да. Там, вообще-то, арена вроде и без танка убивается так-то. Не, дело в том, что там подохнут все, нахуй. Да хотя бы жирный кто-нибудь нужен, а у нас столько мораль. Мораль тебя сейчас обозвали, но... Да как-то все равно. А, у нечаянно же мишка есть. У тебя же мишка есть, да? Ну все, все. Кот? А, кот. Ну можно, можно, да. Ну шмотка-то надел, форму мешки сделал, все. Пацаны, это у Ренам теперь выносливость на 4% увеличивает. Я ебу. Да, я видел, и силы на 3. А было раньше на сколько? 165 вроде единиц. А сейчас типа больше станет? Все готовы? Нет, нет. А мы от контента зависит, типа. Сразу пуляем этого пидора, ебаша. Три фазы вы знаете. Этапе... Три фазы вы знаете. Четвертая фаза, самое основное, это вот именно, что не дать починиться. Починка 12 секунд длится. Вот это самое главное. Сука, надо же мне этот огонь дать. Не-не. Беги! Лучше в рейд беги с этим пидором, потому что силы тут. Или там где-то тоже не стоит. Сова вроде стоит. Чтоб силы тебя доставали. Я под мины ориентируюсь. Ну, можешь, ты жопой можешь спокойно одну дверь забрать. Ну, одну точно. Да, да, да. Столовка знает. Особенно под лучом, нахуй. Ну. Так, ну-ка в тучке взорву, две успею. Оп. Успел. Вот сейчас могу на РНЖ постоять, но я боюсь, что... Вы по спине сориентируйтесь там нормально сами, да? Видите же, где ракеты, это спина. Постою на РНЖ. Когда стоишь на РНЖ, нужно стоять примерно вот как звезда показывает. Примерно вот так вот, недалеко от этой хуйни. Потому что если, скажем, он будет направлен на вот эту справа от меня полоску, то я могу просто подбежать вот так за спину. По такой вот траектории быстренько и стать с левого плеча босса. Все хуярим этого пидора. Захил сильный даем прям. Ничего не жалеем.
скоро обстрел, готовимся, прям ждем его. Вот он обстрел. Ты... За спину. Вот видишь, звезда перебежала уже с левой стороны, видишь, он одну треть проходит. Даже меньше на то. Ну, уйдите с одной стороны, разойдитесь. Все то же самое, под головой. Под головой стоишь, все. ДПС. Бомба выпала. Да, там штурмовой дает луч какой-то, кастует в танка, который его станет на месте. Ну, не станет, а просто парализует на месте. Как бы может бить, но это самое. Трэш заливаем. Ставил Ёшин. Ну, вот этот, видишь, каст его. Его либо сбить, грипнуть за станом, можно по мобу сбить, либо диспелить, тогда каст прерывается. По трем частям раскидываем доты и равномерно бьем. Если видите в какой-то части больше хп, переключаемся в нее без всяких команд. Захиливаем танка. В него хуярит и низ, и голова хуярит танка. Красный. Голову стопнуть, голову стопнуть, вообще не бейте голову. Две нижние части бейте, РДДшники, я же говорю, блин, переключайтесь нахуй, не ждите, блядь, пока вам команду дадут. Танка на хул поднять, с левого плеча. Здравствуйте. Мины аккуратнее, за спину. После обстрела будет шоковый. Это нижняя часть дает 15 метров. Низ, низ больше вдать, а низ, низ, чисто низ. И когда будете бежать, смотрите по минам, не победите, он их сейчас раскинет заново. В красной метке выходим. Рудак бейте. Медики ушли. Рудак, рудак, все грудак, все грудак. Полностью все грудак. Голову. РДД голову быстрее, все в линз голову. У меня такое ощущение, что мораль что-то знает, чего мы не знаем. Ну да. О, нихуя, этот, кто он? Какой молодец, седьмой нахуй кусок, можешь одевать, блядь. Пидор ебучий, сука, чтоб они сдохли нахуй, админы ебаные, блядь. Сука. А ты знаешь, почему Гавай пошел варом? Потому что, блядь, падают куски нахуй, как хуй знает что, короче, нахуй. Вот эта хуйня нужна, хпал. Они просто за нужны. Какая? У него это. А, бонежная. Ну, ГЦ тогда. Тогда мне нужна. Может, ты хапала сделал. А, ну у меня, в принципе, есть. Значит, продам нахуй. Надо что-то, блять. Просто как-то деньги зарабатывать, ёба на врот. Ну тогда давай по ролу. Нихуя. Ну, на весь рейд. Нихуя, нихуя. Я тут, блять, вместо среза, блять, дербачусь. Это же не 25-ка. Да, ТП. Этот самый оранжерея жизни и налево. Там будут два моба стоять. Сейчас их будем бить. Полторушка моба на. Ой. Ой, побежал, блядь, в траву эту.
Два моба, мораль уже это самое. Смотрите, миликов прохилил, хилы светом небес, светом небес. Никакой-то хуйней там. И все. Станете красавчиками. Вот искра это появилась, сейчас дамаг пойдет. Смотри, видишь? Вот это быстро надо поднять. Заебись. И убить одновременно стараемся. Если видите больше хп у другого моба, переключаемся. Мультидотим, там кидаем все доты, чтобы на мобах были. И бьем у того, у которого больше хп. Чтобы они примерно одинаково сдохли, иначе можешь шотнуть всю мелизону. Ебать. Таблетку выкинул. А там что, кто-то моба грипнул, что ли? Че моба? Грипнул кто-то. А хуй знает. На нем супер зарядка висит. Такое от гриппа бывает. Может это он искру, наверное, поглощает? Видишь, она проходит. О, больше хп у моба, сейчас дамаг на резоне пойдет, вот, который больше бьет. Оп! Ну а нахуй глубину. В живот, да, блядь. Ресаем. Тупо продали танк. Продали вообще, да. Всех. Ну ты смотри, просто видишь, когда он кастует, ты прожимал, что зеленочка помогает хорошо. Кровь вампира, они заебнились. Тогда никогда не сдохнешь. Да, только у них есть свойство такое, ГКД. Ой. Ну да. Вот в этой, в нечестивости, если ты уклонение второй перекинешь в болезнетворность, у тебя будет, знаешь как, у тебя вот цифра 315 меткости, если соберешь рейтинга, у тебя это магическое будет 12.01%. И сова ШП дает 3% в рейде. Получается, а, или ты дрянее, или кто? Ты дрянее? Мораль. Какой длинный вульпер? А, ну вот видишь, вот как если сделаешь этот второй туда болезнетворность, то тогда тебе надо будет 315 рейтинга собрать. И типа у тебя никогда промахов не будет. Ну если сова ШП повешу свой дебаф. Да у меня нету промахов. Не, ну тогда вообще никогда не будет. Я тоже у ДК 100% меткость без ШП, даже ШП похуй. Ну в принципе промаха-то у тебя нету. А сколько меткости у тебя сейчас? Сейчас 9.55. Не-не-не, циферка, рейтинг. 313. Мне ж повезло. Ну, в принципе, сейчас пока что не критично в этом контенте, блять, и с меньшей меткостью танчат. Просто там, вот когда откроют новые контенты, там всякие, будут такие боссы-драконы, типа Синдрагоса, Халион, вот они могут вайпать рейды. Если, допустим, какой-то ебучий ДПСер, который таланты от Агрони вкачал, будет ДПСить, такой, типа, он крутой, там, все, блядь, а рейд вайпается. И у ДК или у какого-то танка, который танчит, не будет ни символа, ни меткости, или то, либо того, либо другого, типа. Он, бывает так, еще знаешь, как охуенно, я, ну, раз 10 точно за все эти годы видел. Вот, он срывает, и Синдрагос или Халион дышит в рейд, нахуй, и просто весь рейд падает. Представь, как обидно, блядь. Ну как бы делов-то на минуту, но все равно, чтобы это избежать, лучше все-таки. У меня ДК есть на X2. Я на X3 играл. Понял. Поэтому я танчил все это. Чем дед старуху донил. Мораль, прожми зеленку пока что, на тебя стак моя, уже поздно, нахуй. Что проебался уже нахуй. А, стаки на нем стакаются. Это, знаешь, зеленка была бы, не стакнулась бы и нормально мы сейчас бы скинули. Ротана, это кидай оковы по ротану. По ротану кидай оковы и беги нахуй, потому что он на тебе стакает, он увеличивает. Да бог с ним. Идем как пацаны, ты ебать. Ты смотри, чтоб тебя не шотнуло. Да его не шотнет, это ж ДК, ебать, зеленка вся хуйня, блин. Замедляй его нахуй. Бля, видишь, как хуй прохуярит, а стычки тебя прохуяривает. Может шотнуть, да? Да, ебать, а хапал нашел. Хапало хилить уча, нихуя себе ушел. Хоть что-то прошли, видишь? А так бы вообще бы... У меня такое настроение, блядь, я вообще не хотел нахуй идти. А был бы срез, я бы вообще не пошел бы нахуй. Да, блядь, ну ты тоже... Блядь, не надо так категорично, ну типа крест на человека не надо же ставить, блядь. Тоже. Ну, я под его рельстом не пошел бы, под эйфориной под ним я не пошел бы нахуй, в пизду.
Так ты не со срезом, не с эфориной бы не пошел, да? Ну, если они бы рейлили, нет. Видишь, такое часто бывает. Ну, тоже, не надо так категорично, блядь. Вы тоже, вот когда, вы поймите, надо как-то как это сказать, блядь, понейтральней быть, блядь. Ну, клеймо не надо ставить на человека. Давай спекайся в кота там или что там у тебя, спекайся нечаянно. Рэп бы кто-то поставил бы. Надо прощать, блядь, ребят. Тут это самое, тут вообще нахуй мораль соло может затанчить, нахуй. Да, похуй. Нет, тут дело в том, что на арене убьет. Значит, смотри, мораль да. бежит туда, с ним бежит, сука, кто же бежит? Бежит, Эллада бежит с ним. Хэпал, на арене остаешься. Значит, косты сбивать у нас могут. Никто нихуя не может у нас. Это пиздец. Нечаянно ты можешь рывком, когда выходит пробудитель, старайся подождать, когда он каст дать, и дать рывок мишке. Я постараюсь его диспелить, надеюсь, просил. Лок может фером или как-то еще сало, курево из чая сало. Так, а че у тебя, собака или кто у тебя там, не вижу, блять? У него бес, по-моему. Бес? Он. А, этот пидор. Может быть, он рывком, если получится. Ну, не знаю, короче, сейчас посмотрим. А, туда из ДПСеров идут. Так. Идет. Давай по делу. И... Сука. И... Это, блядь. Инон спит, хуяйте туда вдвоем. Мы тут нахуй не нужны на арене. Остальные тут хуяем. Хант ловушки. Я разъезжу с тобой, да. Всю парашу. Лок мультидотишь. Значит, что там? Приоритет мобов. Пробудитель в первую очередь, потом взрыватель, потом защитник, потом мелкие. Значит, на арене остается нечаянно. Мораль идет туда, два мага идут туда, Эллада идет туда. Все, 4 человека туда, 6 тут. Ох, кто-то в соску не выпил. Кто это? Че за... Не могу прочитать на английском, что-то выпил. Все, хуярим. Пошли, хуярим этих пидоров. Как только они умрут, появится таймер. Ну хэ, мы не будем делать. Если быстрее 3 минут пройдете, то это подождите немножко. Вокруг шум. А знаешь, блядь, что вспомнил? Это. Когда в 2012 году работал, в ресторан пришел работать. Там, короче. Ну я особо. На рычаг уже. Идите к рычагу там. Два мага, Эллада, мораль. Мораль там это самое. На те. Квадрат. А, не, ну его будут станить, Эллада, знаешь, как двигаться там. На Элладу квадрат. Ну, маги там у вас есть, глыбы там. Сука, не сдохните от огня, блядь. Давай поделаю, думаю, не сдохнет. Стойте тут, сейчас приведу. Смотрите внимательно. Если что, у двух магов сбив коста есть. Убили пидора этого. Если с диспелью кинет на себя. Все, заебись. Сука, не рассеивается или чё, блядь? А, рассеял я с ним хилку. Хорошо. Пидора захуяриваем. Летя до конца. Этих просто уешим. Пробудитель вышел. Я диспелил его, все нормально, хуярим. Заебись. Все, молодцы. Тучку пока сдам, ману резко, блядь. Пробудитель ебаный. Каст. Отлично. Ну, заебись, разбирается. Ну, мне спинка въебало. Так, они на лестнице уже сейчас. Так, просто увидишь. Пробудили ебаны. Красавчики.
Так, ник Дэвани. Пылю пидора ебаного. Морально отведи его, не? Это бежать там будете по стенке по правой. Когда будете к нам бежать. Пробудите ли вон он. Давайте. Да серьезно, блять. Сука, ты сдох. Лада, резни, если там можешь. Он уже давал только что. Да? Ты чё, всё, не встанешь? Ну, ладно. Пробудителя ебаного объём. 12к попа там хуярит. И второй пробудитель. Давай, захиль, блять, этого. Сначала завоевателя, который хасту дает мобам. Ханта не проеби, захиливай, захиливай. Таймингу можно погодить? Справа по стенке, алло. Давайте моба хуярим. Без маны. Без маны? Делаю. Клятву хуярь по КД. Скоро гимн ебану. МК там. МК не забудь там дать кому-нибудь. На рейнджу 12 метров между собой. Разошлись. Разошлись. Так. Пока не буду гимноману давать, у тебя мана есть. Как только сядешь, скажешь мне, я тебе дам. Геру, full DPS, full DPS. Друже, просто... Чего? Стоим. А ты прикалываешься? Ну да, прикалываюсь. Значит, смотрите, объясняю. Визуально глазами посмотрите, что происходит. Колонна заряжает босса. Как только последняя молния вылетает, босс поворачивается лицом к этой колонне и дает веер молнии туда. Вы все увидели? На 4, на 5 стаках босса начинаем от этой хуйни отбегать. Сектор 1/4 примерно круга. Пока что стоим, бьем. 5 стаков на боссе накопится, пока на нем сколько? 2. Пока хуярим. Мы его, да, в принципе, убить должны. О, видишь, пол хп сносит нахуй. На 4 стаках сейчас еще стакнется. Короче, следующие молнии отбегаем нахуй. Полукруг даем, блять. Пробегаем. Вот, молнии заряжаются, ушли с того сектора. Ушли, перебежали, блядь. Чтоб вас не шотнуло. Вместе не стоять. Как гомика 2 не стоять. По отдельности. 10-12 метров. 12. Паладин, уйди оттуда. Паладин, уйди оттуда. Так, что это там? Мана, заебись у тебя. Видишь, все охуенно. Так, заебись. Когда вы в обычку проходите, вы уже к Геры готовы, только немножко приодеться, отхожу немножко, отходишь, кто там стоит, кастует, съебался оттуда из-под молнии. Вот, отлично. Видите, 0 дамага, нахуй. Когда знаешь, что делать, 0 дамага, блядь. Только танка сейчас хуярить начинает. Прожимочки хуяришь, какие есть. Все, отходим от молнии, отходим. Отходи, отходи, еще отойди. Кто там копал, отбеги еще. И кастуй свет небесную стопом. Прям на все, на всю ману, нахуй. Все, 100 тысяч, нахуй, добиваем. Ты там не вставай, может, какая шмотка тебе будет там. Потом станешь, когда после распределения. Сейчас он побазарит, бой кончится и сам. Так, что у нас осталось? У нас остался Везакс. Йога мы точно... Я тебя не знаю, сколько там по времени. Еще полчаса.